Ну, типа там запухание, это я коротко не собирал, это что-то такое поставил уже. Видео снимаю. Это вот который ты рассказывал, про который ты купил? Да, это, нет, это мне подарили на день рождения. На Новый год. Новый год? Да. А? Кто-то тут привис. Не, ну штука офигенная. На нее, кажется, даже смена объектива есть. И рыбий глаз можно поменять. А, он выкручивается, вставляется другой, да. А где это другой лес? Тебе подсвежить? Нет. Ну видишь, мне не выпить это. Ну, пить-то не попить. Ты какой-то нетренированный. Я-то тренировался всю ночью. А, ты после тренировки, да? Вот именно. Дайте разницу. Песня написана. Неплохая такая, в принципе. Только нудно и долго слушать. Мне нравится. Ну давай запишем. Запись идет. Я просто когда кому-то песня написана, я сразу начинаю там уходить в себя.
Ну это заебы эти творческие, ничего с ними так не поделать. Так как песни хорошие и не пишутся на пустом месте. Давай еще раз вот ту вот свою, что сначала пил. Это какую? Бля, извините. Ну, которая не та самая. А? Да. Первую ты пил. Я просто снять ее хочу, чтобы у меня аккорды были. В дроп-Д я играю ее. Дроп-Ре. Шестая, Д-Ре за нижней. Дроп-Ре? Вот. Ну, в дроп-Е. Дроп-Д. Вот она звучит как... Дроп-С, да. Дроп-Д. Дроп-Д. Вот Ре. А, да. Д. Ну, формулировка да, Д, да, так да. Ре. Я послушал, сказал дроп-Д. И Ре, то Д. Thank you.
концовку переврал всю на безбожно. Я понял. Ну, все просто. Ну, вот по квадрату, в принципе. Покажи квадрат на видео сейчас. А ты направь. А, все стоит. Да, квадрат, сам квадрат, покажи основу баса. Ну это как бы этот куплет. Куплет и припев покажи. Припев. Так бас играет. Вставочка такая есть. Ну, батарейки в гимфоне своем весной идут там хмель, где много меньше шансов вспоминать о том, как хорошо нам было вдвоем. Я заменю батарейки в гимфоне своем весной идут в тот мир, где много меньше шансов вспоминать о том, как хорошо нам было вдвоем. А ты, возможно, с кем-то где-то прямо сейчас слушаешь горячо любимый мной new metal. Там врубило. Да, ну это маленькое. Надо что-нибудь такое. Она простая вообще такая, ну, незамысловая. Мне главное, как вот я записал для себя. Ну не знаю, мне понравилось, как бы я нередко бывает такое, что я напишу, потом хочу еще играть. Не знаю, Люба тоже в восторге вот от этой нахуй. Да я, блядь, тебе вообще никак не сомневаюсь, просто я думаю, не стоит этого делать по одной простой причине, что вот из-за этой порнографии, что гитара, блядь, еле живая. Ты на меня не это, не злишься? Чего? Ну потерялся, там один ход из гостей. Тем более мне, ну, чтобы записывать, надо распеться, а я тут курю, пью, понимаешь? Я как бы испел, наоборот, самая нужная атмосфера. Да ну это даже, не то. Не, ну просто как бы, блядь, ты не часто бываешь, и мы... Да я понимаю, ну просто если делать, я думаю, а сейчас мы тупо сидим. А могли бы записать хотя бы одну. Ну ладно, раз ты не хочешь... Как... Да я не хочу, да почему? Ну вот за гитару в первую очередь, распеться там мне недолго. Я тебе объясняю. Там ты как бы на эту балалайку не смотри. Там скриминга этого, харша много, там надо подраспеться, чтобы нормально было. Так ты подраспоешься. Фишка в том, что все разные вот эти голоса, они пишутся по разным трекам, по разным обрабатываются. По разным дорожкам. Это сейчас уже распевался время. Ну само собой, вот, пожалуйста. У меня же яйца наклеены. У меня же будет Вадик отпуск, я же займусь с тобой. Когда у тебя отпуск? Под тебя подстроюсь в октябре. Если ты знал, когда у меня. Нет, я имею в виду под тебя построить в том плане, что там, когда ты будешь более-менее свободен, там время выбрать, приехать ли вечером, либо приехать в выходной. Какая Железный же? Человек, Халк, Тор, Капитан Америка. Угу. Ну, что? Молот Тор. Столько синтов пиздатых накачал, блядь. Синтов синтетические звуки, что ли? Синтезаторы виртуальные.